выправить можно! А вот шкуру такую разлупцованную на найди попробуй! Эх, брат, да где же тебе так расписали, а? И где меня расписали, там уж меня нет. Ладно, ладно, проходи, проходи. Это у тебя почище любому мандату будет. Свой паспорт кровный. Вот ты по нему и спрашивай. Теперь смотри. Обратно буду идти. Ты меня издаля приметь. Так. Я нервный. У меня это с той стрелять буду, во где сидеть. Понял? Понял. Вот где сидеть! Понял? Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и дождь слышу, и то, что вижу. Пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в этой в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете теперь особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане позади. Я так могу. А чего ж сыграть-то? Мурку. Браслеты, шляпки и жакеты, разве ж я тебе не покупал? О, совсем другое дело. За веру, за неверие, за ум, за любовь человек за все платит сам, и потому он свободен. Человек, вот правда, что такое человек? Это не ты! Фу. Не я, не они, не... Человек это... Ты! Я! Они, старик, Наполеон, Магомед в одном! Понимаешь, это огромно! В этом все начала и концы! Все в человеке, все для человека! Существует только человек! Все остальное дело его рук и его мозга! Человек!
Черт, это великолепно. Человек. Это, знаешь, звучит гордо. Человек. Ах, Господи Иисусе. И делают поясной поклон в зал Юрий Петрович. Значит, все выходят, и один артист делает так. Ему говорит, что вы делаете, Сева, вы что, с ума сошли?